Господи, думаю, кто такой красивый? Муж мой. Шоколастненько так тебе. Ну-ка, прям вообще супер. И стрижка прям вообще тебе идет. Лучше твоя стрижка. Что, с тобой не разговаривают? Сейчас разговаривают, уже поделились. Сам прошел. За динозавра? Точно. И за робота? Пойдем, расскажу-ка тебе, как я 2 часа сидела на ЖД вокзале. Твое сердце правильно почувствовало, написал, с тобой все окей. Пойдем, расскажу. Нет, я 2 часа мерзла в тенечке. Короче, умка, я решила всех обхитрить. Я подумала, не поеду я в Монселичи, ну или если успею, заскочу. А поеду-ка я в Эсты. Села на поезд, который останавливается, как ты говоришь, кланяется каждому столбу. Остановка Эсты Санта-Элена. Я думаю... Ну, Эсте, значит, выхожу, а этот поезд еще, знаешь, который по 5 минут стоит. Привет, ребятки! В общем, выхожу, в каких-то полях думаю, ну, раз написано Эсте Санта-Элена, значит Эсте. Привет. Папа? Да, мой мальчик. И мама. Ну, папа, я еще пока подбросы. Хорошо, пойдем позже коробку. Ну, в общем, выхожу я, это Эсте Санта-Элена. Смотрю какие-то поля, но думаю, не может же табличка обманывать. В общем, уходит мой поезд. В этот момент я осознаю, что я на самом деле в каких-то полях вышла. Следующий поезд через 2 часа. Меня охватила паника. Но я, женщина, не паникер. Выхожу, думаю, я сейчас на автобусной остановке доеду туда, куда мне надо. Там ходит автобус 7:45, и все, больше он не ходит. Это, извини, это, так понимаю, место Санта-Элена, да? Да было? Я не знаю, это не суть важно. Это было Эсте, это знаешь, как когда едешь в Венецию, есть Венеция Маэстро, а есть Венеция. Ну вот я вот так же вышла. Останавливаю какого-то велосипедиста в своем шелковом платье в красном бордо. Я говорю, извините, а вы не подскажете? Да, Эсте, я дойду пешком. Размешила ты его, да? Рассмешила, но он вошел в мое положение, он пошел со мной, но он практически сказал, у него спортивный велосипед, в общем, я говорю, ладно, говорю, спасибо большое. И самое главное, Эсте, умка, находится вообще в другой стороне, то есть это нужно на другой поезд садиться, чтобы туда доехать, то есть нужно в Монселичи пересесть, чтобы до Эсте, а это... Ну да, мне логично, то есть было... Ну тебе логично, а мне нет, я решила, я сегодня выбегу и сделаю Ровиго, Эсте... И Монселичи. И буду неделю отдыхать. Папа, глаз алмаз. Это нашел. Папа, ты спас ситуацию. Данечка, очень красивая божья коровка. Кучинелла. Голодная. Ты ее кормишь? А, ты ее поднял. Ты молодец. Ой, какой сейчас ты молодец. Сейчас она может полететь. Если полетит, загадывай желание. А? Очень красиво. Удобно. Смотри, видишь? Поле, ты профессиональный держатель бабочек. Ой, божьих коров. Как я женщин держу. Умка, мне придется это вырезать опять. А, извини, ты все снимаешь, что ли? Ну, Умка, ну вот я перед твоей рукой стою с камерой. Как ты считаешь, я снимаю или просто? Я задумался. Пойдем до колонки, сейчас дойдем, попьешь. Дойдем. Какая красивая. Можете дойти, я с Габри посижу. Хорошо. Пойдем. Габриэль, хочешь, дам тебе божью коровку? Данечка очень красивую нашел. Может остаться? Ладно, пойдем. Ребята, это ваш домашний питомец будет. Вместо черепашки. А когда мы купим черепашку? Надо подумать.
Хорошо, Ромка, ты мне очень нравишься такой спортивный. Сама себе завидую. Мне приятно. Вот мне очень нравится такой стиль, у тебя треники и белая футболка. Что мне жарко в моих? Мка, я тебе сегодня нравлюсь в образе принцессы. Супер. Я так намучилась в поездах. На каждой лестнице наступала себе на платье. Платье, конечно, да. Но я чувствовала себя шикарно, Мка. Я рад. Кабри, хочешь, я тебя засниму? Это нужно снимать, а еще мама. Что я бегаю, кольцо. Хорошо. Не снимай, пока я должен перевернуться. Можно? Да. То есть нет. Ну, мне кажется, все силы уже потратил. Нет, могу начинать? Ну, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Эй, я пропустил 5, 12, 13. Габри, супер, дай 5. Я знаю, это очень сложно. Сколько раз ты в день так подтягиваешься? Я не делал столько. Ну, два раза? 10. Ты же... Нет, я имею в виду, ты сколько раз в день? Ты же два раза гуляешь, ты каждый раз подтягиваешься. Да. Красавчик. А что это у тебя, Габри? Пирамидка. Что? Пирамидка. Пирамидка. Габри, ты знаешь, большой молодец. Это очень сложно выложить так, чтобы они не упали. Дальше покажи динозавра. Это мой ламинт. Ну, мой. Габри, а твой где динозавр? Обязательно. Да везде засняла. Засняла, точнее. Представляешь, Шумка, с таким голосом нам достанется невестка. Ни в коем случае. Она нас всех пятерых перекричит одна. Слушай, наши дети на улице очень тихие. А дома погромче. А если у них так же, то есть они дома еще громче.